И я предлагаю нам сейчас, вот повернитесь, найдите какого-то соседа и спросите, можно я за тебя помолюсь? Хочу помолиться о твоем благословении. И мы будем молиться во имя Иисуса. Я хочу ободрить тех из вас, кто, возможно, ну, не так часто молится за других людей. Возможно, вы просто гость, христианин, приехали сюда. Для вас это не такая обычная вещь, постоянно за кого-то молиться. Но я вас ободряю, вы можете это делать, если вы уверовали в Иисуса. Потому что дело не в наших словах, дело в имени Иисуса. Перед именем Иисуса склонится всякое колено. Поэтому можете возложить руку на своего соседа, который разрешил вам это сделать, и давайте вместе молиться. Подключайте свою веру во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас я говорю, всякая немощь, всякая болезнь, которая есть в этом теле, прочь во имя Иисуса Христа. Больше тебе не место в этом теле. Я запрещаю тебе оставаться. Это был последний день твой в этом теле. Прочь во имя Иисуса. Я говорю, везде, где было какое-либо нарушение, какой-либо сбой, прямо сейчас начинают происходить обратные процессы, начинает происходить восстановление, обновление, очищение, приходит божественное здоровье во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас я говорю, всякий нечистый дух, который мог стоять за этой немощью или болезнью, прочь во имя Иисуса Христа, прочь во имя Иисуса. Я провозглашаю, брат, сестра, что ты свободен. Ты свободна от всего, что Бог не помещал в твое тело. Всякая опухоль, всякое образование, всякие папилломы, жировики внутри или снаружи тела уходят прочь во имя Иисуса Христа. Твое тело очищается, очищается, становится чистым во имя Иисуса. Благодарим Тебя, Господь. И мы просим, Господь, пусть Твоя сила, она прямо сейчас пройдет через это тело. Вот благословляйте брата, сестру и говорите, пусть сила Твоя, Господь, проходит через это тело прямо сейчас. Пусть Твоя сила совершит все, что нужно в каждом органе, в каждой части организма, в каждой системе организма. Спасибо, Господь, спасибо, что приходит Твое царство, приходит Твой порядок, Твое божественное здоровье. Во имя Иисуса Христа. И благословляю, Господь, чтобы там, где была слабость, пришла сила. И пусть, Господь, это тело будет крепким, здоровым, преуспевающим во все дни его жизни. Пусть тебе воздается слава через это тело, через этого человека, через этого брата и сестру. Мы просили во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте воздадим славу нашему Господу.